штатный у нас, наверное, ну, перед игрой не определяется, но это, наверное, Валерка решил, что он уверен, что он забьет, поэтому он и бил. Хороший момент, Валерка здорово мане давал, да, там Маня индивидуально очень хорошо сыграл, пропустил, я не знаю, там Илья подсказывал ему или нет, но гол получился очень красивый, это наподобие, как мы Бресту забивали, когда Валера пропускал, такие голы вообще супер. Да, на Борисов-арене это мой первый гол в высшей лиге, очень рад этому, давно этого ждал, надеюсь, не последний. Больше счет делать, я думаю, когда бы было все в порядке. Значит, как есть. Возможно, возможно. Я думаю, у каждого это есть какое-то волнение, но он еще молодой, я думаю, старшие ребята ему помогут, подскажут, и он окрепнет, будет ментально сильнее. Ну, было очень много моментов, и контролировали игру, и знали, что у них опасные стандарты, и вот на стандартах и пропустили, считай. Хорошо исполнил штрафной. Второй момент, ну там просто попал, я не знаю, только, наверное, нам такие залетают. Ну, я думаю, мы не должны смотреть на других лидеров, мы должны просто брать свои очки, особенно в домашних матчах. И мы и так очень много потеряли, думаю, ну, это в любом случае плохо для нас сейчас. Не знаю, насчет точки, что он там хотел, ну, когда Даня свалил, мне казалось, что да, пенальти поставят, но там, видимо, он лучше видел, я думал, что будет пенальти. Обычная борьба, все, думаю, честно, такие фолы, которые судья не ставил или ставил, то это совсем, ну, я думаю, что там все было по правилам. Должны были засчитывать гол. И непонятно до сих пор вопрос, как там третий гол не засчитали. Говорят, что боковой побежал уже на центр, а главный судья показывает там сайт или что он показал, я до сих пор не понимаю. Мы вообще не должны позволять, чтобы до такого доходило и допускать это вообще. Просто игра была под нашим контролем, и вот что-то надломилось, и все. Тяжело объяснить это.
и хочется извиниться перед своими болельщиками, кто за нас переживает, поддерживает. Но мы не имеем права так допускать. Это, конечно, очень приятно, но на фоне эмоций с игры, когда ты проигрываешь, очень тяжело это все воспринимать. Вот. Но большое им спасибо. Честно, даже не знаю, что сказать. Да, болельщики подбадривают, это очень приятно. Но, блин, все равно чувствуется наша вина, что не выиграли матч, не принесли 3 очка. Это считай 2-2, это как поражение для нас. Но атмосфера классная, спасибо большое болельщикам. Надеюсь, так дальше будут продолжать болеть у нас. А мы будем их радовать.